Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь причину, почему не стоит застилать кровать по утрам. Если ты привык застилать кровать сразу же после пробуждения, пересмотри свои взгляды на порядок и чистоту. Думая об аккуратной комнате, мы забываем о главных ее обитателях. Ученые посчитали, что в одной обычной кровати, где раз в неделю меняют постельное белье и визуально достаточно чисто, может жить около 150 миллионов постельных клещей. Постельные или пылевые клещи питаются частичками умертвевшей кожи человека, а немного влажное постельное белье – их любимое место жительства. Всего одно простое действие поможет тебе уничтожить невидимую угрозу для здоровья. Как избавиться от постельных клещей? Эти микроорганизмы не опасны сами по себе, опасны продукты их жизнедеятельности. Выделение клещей часто становится причиной аллергии разного характера, кожной сыпи, приступы астматического кашля, неприятные явления, которые провоцируют пылевой клещ. Некоторым людям особенно не повезло, разновидности маленьких паукообразных могут поселиться даже в коже человека, вызывая демодикоз, очень сложную в лечении болезнь. Кожа человека, зараженного демодикозом, краснеет, шелушится, появляются угревые высыпания, воспаления в области век. Вдыхая выделение пылевых клещей, мы подрываем свое здоровье. Хорошо, что есть до смешного простой метод борьбы с этими мелкими вредителями. Нужно просто проверить кровать после сна. В идеале можно оставить кровать незастеленной до самого вечера, дав возможность домашним клещам погибнуть под лучами солнечного света, а постельному белью хорошо просохнуть. Во время ночного сна организм человека особо активно выделяет пот, который остается на наволочках и простынях. Настоящий рай для разнообразных микроорганизмов. Так что не спеши застилать кровать сразу же. Если привычка не позволяет тебе оставить постель неприбранной до самого вечера, дай спальному месту проветриться хотя бы в течение часа, пока завтракаешь и собираешься выходить из дому. После гибели постельных клещей в комнате воздух сразу же станет чище, как по мановению волшебной палочки. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.